Здравствуйте, дорогие гости! Добрый день, друзья! Сегодня мы собрались на гала-концерте областного фестиваля конкурса народного танца «Потешные заковырки». Наш конкурс совсем еще молодой. Он всего только четвертый. Такой же молодой, как ты? Нет, но почти. Ведь первый конкурс состоялся в 2011 году. Как здорово, что столько участников, а это более 400 человек, так и любят народный танец. И собрались со всего Сахалина из 14 муниципальных образований, чтобы проявить себя. Ведь конкурс – это уникальная возможность продемонстрировать свое мастерство. И сегодня мы узнаем именно победителей на церемонии награждения. Это очень волнительно. Я думаю, все участники этого ждут с нетерпением. Ну а выбрать лучших из лучших – это, конечно же, задача поставлена только настоящим профессионалам. Давайте же их представим. Заместитель заведующего кафедры народного танца Московского государственного института культуры, старший преподаватель, лауреат президентской премии за достижения в области культуры Кузнецов Евгений Александрович, город Москва. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии Орловского государственного института культуры, руководитель лаборатории современного танца «Другое движение» Сергеенко Владимир Васильевич, город Орел. Председатель жюри, старший преподаватель кафедры хореографии Орловского государственного института культуры, балетмейстер Орловского русского народного хора профсоюзов, лауреат международных и всероссийских конкурсов Абрамова Ирина Владимировна, город Орел. Благодарим многоуважаемое жюри за проделанную работу.